нам, у него прицепит, кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Мама, когда там будет кусать? Кушать? Еще пару минут и будет кушать. Еще чуть-чуть. Даня, ты что? Так нельзя же! Подожди, еще пару минут и будем кушать. Как вкусно! Еще несколько минут и будем кушать. Аппетитненько, и главное, что это все очень вкусно. А ну, малыш, давай. Попробуй отгадай. Ой, Даня, Даня, что ты здесь понарезал? Мы сейчас будем кушать. И за столом во время того, как поедаем еду. Пить нельзя. Сейчас, подожди, картофель. Оу, Даня, стоп! Почему ты так много себе насыпал? Это мой весь салат. Во-первых, салат был для всех. Для тебя, для меня, для папы. Во-вторых, ты такую большую порцию салата не съедишь. Картофель! Кабачки. Вкусно. Даня, подожди всех. Сядем кушать все вместе. Не торопись. Даня, скоро будет готов картофель. Ты что делаешь? Ты зачем так много кабачков себе насыпал? Ты же это все не съедишь. Это моя еда. В смысле твоя еда? Это еда для всех. Я приготовила для всех еду. Значит, если ты не хочешь со всеми делиться, так не забывай, что и с тобой никто не будет делиться. Все, это будет твоя зона. Вот с такими вот салфетками. Сейчас я тебя отодвину. Вот. А эта зона, вот по линию, будет наша вместе с папой. Все. Приятного аппетита. За твою линию, Даня, прости. Фрукты, бананчики, апельсинчики, вкуснотень. А еще десерт, да какой! Просто пальчики оближешь. Так, даже на моей половине места не хватает. Во. И я хочу такое. Вот твоя половина, а это наша. Ты сам не захотел делиться, вот твоя еда. А у нас еще будет на десерт конфеты. Ой, вкусные. Картофель, кабачок, салатик. Ну, мам, ну, пожалуйста. Даня, нет. Ты не захотел ни с кем делиться. И с тобой никто не хочет делиться. Вот. Нужно учиться со всеми делиться. Какие вкусняшки? Вкусняшки, конечно. Я же так старалась. Сколько всего приготовила. А ты теперь ешь салат с одними кабачками. Будешь знать, как жадничать. Какая вкусная картофель! Обещание! Я хочу такое тоже! Мам, я больше так не буду!
Ты жадина, говядина. Ну, мам, я больше так не буду. Это все твое. Ты теперь будешь всегда делиться? Ага. Только вилка. Ты только вилку себе оставишь? Какой ты молодец! Никогда не нужно жадничать, а еще не нужно спешить за столом, когда еще не приготовлена еда. Ты знаешь, я думаю, раз ты поделился со мной, я готова поделиться с тобой. Давай тебе принесу красивую чистую тарелочку, да? Быстро, быстро. Как вкусно. Всего по чуть-чуть. Вот. Вот это ты все скушаешь, а еще получишь виноград, десерт же, конечно, конфеты и фрукты. И не торопись, я совсем с тобой поделюсь. Вот видишь, ты поделился, и с тобой обязательно кто-то поделится. Приятного аппетита! Я очень рада, что ты понял свою ошибку. Теперь будем кушать. Как вкусно!